Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Коноден, с нами еще на стриме наш помощник Лаврон, и сегодня долгожданный стрим по очень актуальной теме, как сделать хороший значок для видео. Все вы прекрасно знаете, что значки для видео это очень важный компонент как для повышения фактора обнаружения, так и для получения большего количества трафика для более оптимального продвижения видеороликов. И, как вы знаете, в рассылке у нас была информация о том, что каждый из участников, каждый из вас может в нашей группе по ссылочке в описании оставить не более 3 ваших значков для того, чтобы мы их проанализировали. И сегодня мы будем это делать. Стрим будет строиться следующим образом. Сейчас краткое вступление на 5 минут, во время которого я расскажу общие принципы хороших значков на YouTube. Дальше мы посмотрим ваши значки, уже конкретно разберем на практике. Если у нас останется время, после этого отвечу на ваши вопросы. Если еще останется время, то даже можем по вашим запросам погуглить хорошие значки по интересующим вас темам. Стрим будет продолжаться в течение 1 часа до 21.00 по Москве. Постараемся мы уложиться. И давайте начинать. Итак, общие принципы хорошего значка на YouTube. Сотрудники YouTube неустанно повторяют одни и те же фразы, которые уже стали для них заученными. Хороший, качественный значок должен быть тематичным, отражать суть видеоролика. На нем должен быть изображен сюжет с крупными, хорошо различимыми в миниатюре деталями. Должны быть образы, минимум текста, либо полный отказ от текста. На сюжетном значке должен быть четкий, понятный передний план, который и отображает этот сюжет, узнаваемые образы, персонажи, главный герой канала, если он у вас присутствует, если ваш канал брендирован и заточен под драйвер личности. Желательно, чтобы там были эмоции. Эти значки в миниатюре должны хорошо восприниматься, бросаться в глаза. Не должно быть слишком много цветов. Рекомендуется не более 3 или 4 основных цветов на значке. Не должно быть мелких пестрых деталей. То есть все заточено именно под миниатюры. Потому что миниатюры значков отображаются на главной странице и в похожих видео, то есть в основных источниках трафика на YouTube, откуда мы и получаем максимум нашего трафика. Если вы будете делать такие значки, и даже не столь важно, что мы с вами не являемся по большей части дизайнерами, хотя я уверен, что среди вас наверняка есть дизайнеры, но мы можем делать нормальные значки, если мы не будем лениться, если мы будем понимать те принципы, по которым строятся правильные значки, это поможет нам лучше продавать просмотр наших видео, повышать фактор обнаружения для наших видео среди нашей целевой аудитории и, как следствие, быть более эффективными. Значок и название видео – это 2 ключевых момента для продажи просмотра, для повышения фактора обнаружения. И даже если вы делаете супер крутые ролики, но у них невнятное название, никакие значки, их просто никто не заметит, и никто не будет знать, что вы создаете такой крутой, качественный контент, потому что ролики не будут привлекать внимание, и как следствие, никто не нажмет на них в тех источниках трафика, которые являются основными. А теперь давайте будем переключаться на нашу группу ВКонтакте и будем смотреть те значки, которые вы нам прислали. Вот, ну что, давайте подведем итоги. Спасибо вам большое за то, что присылали ваши значки. Я думаю, что общие проблемы мы обозначили. Извините, что мы не всех смогли посмотреть. Если вам такой стрим был интересен, мы обязательно устроим вторую часть, где другие участники тоже смогут принять участие непосредственно в разборе их значков. Итого, давайте как-то кратко сформулируем советы для тех, кто делает значки. Во-первых, всегда старайтесь использовать образы, старайтесь выстраивать сюжеты. Если вы размещаете свое фото или фото какого-то главного героя, ведущего канала, постарайтесь сделать его эмоциональным. Наделайте фотографии с разными эмоциями, просто где-то отдельно фотосессию проведите, либо просто на хромакее нафотографируйтесь, либо на каком-то нейтральном фоне. Потом вырезайте, вставляйте в сюжеты. Используйте образы узнаваемые, яркие, контрастные. Если у вас в видео присутствуют какие-то другие бренды, Coca-Cola, там, не знаю, какие-нибудь детские игрушки, киндер-сюрпризы, все что угодно, помещайте их на значки. Помните о том, что фон должен хорошо быть отделен от переднего плана. Они должны быть контрастными, хорошо различимыми, не пестрыми. Не делайте слишком много цветов. Не старайтесь использовать много мелких элементов, которые в миниатюре превращаются в кашу. Отделяйте персонажа от любых других объектов. Помните, что важно, чтобы зритель мог за 2-3
2-3 секунды выцепить сюжет, выцепить ключевые элементы данного значка, акцентировать на них правильно внимание. Когда уместно, используйте указывающие маркеры, стрелки, подсветки, обводки, особенно в теме DIY и в теме лайфхаков. И не старайтесь заполнить все пространство значка чем-нибудь. Помните, что хорошие сюжетные значки – это те, на которых можно быстро бросить взгляд, понять, о чем будет видео, понять, кто, что и как в этом видео изображен, и чтобы значок в лучшую сторону выделялся на фоне конкурентов, содержал то, что человеческий взгляд и мозг за считанные доли секунды распознает и может заинтересоваться этим. Надо стараться делать такие значки, и тогда вы можете обходиться и без дизайнера. Если кому-то нужны профессиональные дизайнерские значки, у нас есть агентство, которое занимается дизайном, ссылочка в описании. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы пришли на сегодняшний стрим. Я искренне надеюсь, что он был вам полезен, и что он поможет вам делать более качественные значки. Особо прошу обратить на это внимание наших партнеров, потому что так или иначе мы с вами переписываемся где-то, мы общаемся в рамках медиасети, в рамках школы, в рамках академии, и всегда возникают вопросы по значкам. Давайте будем вместе стараться делать более качественные значки, перебарывать лень, тренироваться и пытаться найти свой стиль, свои образы и свой подход к целевой аудитории зрителей. На этом будем заканчивать. Спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание. Всем спасибо. В чате написали. Ну, ладно, это потом. Всем спасибо, всем пока. До встречи.